Это Prime Time. И напомню, сегодня мы обсуждаем тему о госслужбе. В этой сфере ощущается дефицит высококвалифицированных специалистов. В этой связи, напомню, по поручению президента в стране продолжают внедрять гибридную модель государственной службы. Она должна привлечь в сферу ученых, волонтеров, экспертов и просто активных граждан. Шанс трудоустроиться на службу получают все, невзирая на возраст, пол и социальный статус. Такая открытая кадровая политика будет по-настоящему эффективной и успешной. Тему продолжит мой коллега Рауан Кулыбаев. Рамазан Кулет еще со школьной скамьи твердо знал, что свяжет свою жизнь с государственной службой и упорно двигался к этой цели. Учился на отлично и в школе, и в университете. Согласно поправкам в закон о государственной службе, выпускники вузов с хорошей успеваемостью могут без конкурсного отбора трудоустроиться в районные и сельские акиматы. Эти меры должны привлечь квалифицированную молодежь и снизить дефицит профессиональных кадров в регионах. На сегодняшний день такой возможностью по стране воспользовались более 170 молодых специалистов. Среди них и Рамазан Кулет. Моя главная цель – честно служить народу и стране. Я сам родом из мест, где глубоко почитают таких великих деятелей, как Ахмед Байтурсынов и Мыржак Абдулатов, где на них равняется молодежь. Их жизненный путь оказал большое влияние на мое мировоззрение, и я хочу посвятить свою жизнь такой же благой цели. Еще одна мера по привлечению квалифицированных специалистов на госслужбу – новая онлайн-система отбора кадров. Процесс конкурсного отбора полностью автоматизирован, что обеспечивает прозрачность и справедливость. Более того, соискателям можно участвовать в нем, не выходя из дома. Если по конкурсному отбору, который действовал с 2017 года, при прохождении этапов кандидат должен был проходить тестирование, то есть в залах тестирования, потом должен был идти на собеседование в тот госорган, который объявляет конкурс. На сегодняшний день все процедуры нового отбора проходят в онлайн-режиме. То есть никуда идти не нужно. Если есть доступ к интернету, каждый кандидат имеет право участвовать в отборе. То есть для обеспечения прозрачности вообще всей системы отбора. Не так давно агентство по делам госслужбы провело третий отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Участие в нем приняли более 6 тысяч человек. Целевой отбор проводился с учетом потребностей госаппарата в отраслевых кадрах. Сегодня в резерве числятся 400 человек, из которых трудоустроено 292 человека. Данный президентский молодежный кадровый резерв дает возможность нам, молодым сотрудникам, внести свою лепту как в центральном аппарате, так и в региональном развитии регионов. Мне выпала такая возможность как раз-таки проявить себя, внести свою лепту в развитие Бурабайского района. На прошлой неделе меня назначили заместителем акима Бурабайского района. Буду курировать именно социальный блок. Сегодня в рядах госслужащих увеличивается число женщин и граждан с особыми потребностями. Им предоставляются более широкие возможности для работы на различных должностях, в том числе руководящих. К примеру, на сегодняшний день из общей численности госслужащих больше 55% женщины. Как правило, они неукоснительно соблюдают служебную этику и демонстрируют высокий уровень ответственности и компетентности. Кроме того, на госслужбе сегодня трудятся 847 человек с инвалидностью, из которых 30% на руководящих должностях. Рауан Кулыбаев, Багдад Каиркен, 24 KZ.